Спасибо, так я потом отдам. Может, не отдам. Так, вот, full raid, 3 шп, 4 хила, 3 без фурика в рейде. Не знаю, где можно засрать такой рейд, на каком боссе. На трэше можно на вальке, либо на возле. Так засрать, было очень трудно, и я подверг его душу ужасным мучением. Мы можем вообще в одного танка пойти, я сам успехнусь, и вообще огонь будет. БДК это не созвучно с один танк. Ну, в смысле, на боссах, я имею в виду. Трэш осыпается. Не удержали одного, фурика умер. Он играть не умеет. Просто за фурика. И все. Угу. Смотри, остановился, не так что-то пишет. Нас что, ты хочешь уходить? Так, времени нет. Просто неудачно пошутил. Ты можешь сказать, что он танчит как дно. Хотя это тоже бессмысленно. Нет, это конечно странно, но у меня бывшая и то на такие вещи не обижалась, когда я ей говорил, что она допустит как дно. Так не равняй всех бывших где-то гильдии. Рулька вообще огонь, она второй день маринуется сегодня. Нет, она у меня маринуется. Я вот с работы пришел, ну, два дня вообще шикарно. Мне, короче, это. Я думаю, ее вообще сегодня, короче, пивка купить. И в пиво, короче, ее скрыть полностью, пускай она еще сидит. Ну да. Я в балде, конечно. При низкой температуре поставил, она пропеклась бы охуенно. А что, ее что ли, есть холодный руки? А, вот. Я говорю, есть руки холодные, я просто не знаю. Ну как холодно куча. Ну, блядь, жестко. Я думаю, соседи меня не поймут, если на балконе будут коптить. Там какие-то непонятные люди в канале сидят. Потом спросите, какие у них ники. Надо им лещей, ну давай. Вот особенно вот этот без микро, кто это такой? Good.
А Зигрейн разве не вчера был? Кто? Зигрейн. Так, чё? В РК писать? Рыбку впереди стоит. Бажен с бажен. Да это по диалекту был. Молодая орда уже ребро убила, давайте их догонять. Дайте каску пристам и остальным всем. Сука, а блять. Я хочу газ. Без сказки хер, короче. И вообще именно прямо аж. О, поясочек. Это как вчера, тот же лут был. Нет, там было два щита. Два щита. Но. А, значит.
Каски будут вообще вот эти? Эрдру. Ты ему поясок. Да. Дайте крестам, наконец-то, хотя бы за колечко. Братцы, братцы, братцы. Конечно, все нормально, но каску киньте, то друидам будет вообще огонь. Да, желательно бы. Нихуя, это девочки, это что, слышишь, бой? Бой, а у тебя сколько хп в мишке? Ебать, у меня сейчас 6.0.97. Подписан, ну что будет? Нет, ничего невозможно. Нет, ничего не пил. Ничто не может сломить. Что за повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, все понял. Я думал, это каска какая-то. Трэш. Схилы трэш добьют. Беги, малышка, беги! Блять. Ну а метод. Метод, отдай гимн на ману. Это я метод. Ты сам сказал по-быстрому все. У нас тем более все готовы. Ты зато два раза наличие сделал. Один раз полил и его. Это убейте сзади моба. Милик, убейте сзади этого следователя. Давай я Мишку. Довольно! Пришла пора взять все. Ты не в силке противиться моей воле! Команд сопротивления сейчас отдаст веру ей. Не-не-не. Даш, бафни карточки, пожалуйста.
На все воля господина. Ваша смерть. Аж целых 2 минуты вам сэкономил. А куда, кстати, второй ухнулся? У нас было минус 1. Там пал хочет. Нет, я на О. Я на саму хочу. Слышь, Войт, у нас кто-то ливнул. Так, на мейн пароле. Войт, возьми импалов. И сейчас и пишет. Дай ассиста, блин. Все успешное. Да-да-да, ему лучше. Да. Духов, что он прислал. Кажись, рога ливнул. Потому что каски хреново бафуют. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Он нам нахуй не хочет ее. Поле пала собрать проще всего, он обычно нахер никому не нужен. Ну, в плане шмот. Солдат Альянса тут очень много. Капитан Саунфан будет рад видеть вас на борту молота Ордена. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам. Смотри, у нас уже много палов. Стойте, любимый. Да, 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 да. Вылетел. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом. Да не, у Махиты вроде другой. Бля, офните коня, вы заебёте. Ауру поставьте какую-нибудь, ё-моё. Огонь, например, тут огонь влетает. Кто-то поставил очень нужную ауру. Да, так и есть. Сейчас ты умрешь.
Ошейники! Огонь! Ошейники! Огонь! Главное, все съебались, Макс живой. Уродина. Рота, сержанты, бой! Ружейники, огонь! Как ты... Не сдох я от Мурадина, потому что я улетел. Твои ударения меня убивали. Почему? Да. Не, ну-ка, я... Не. Я хотел прыгнуть. Но я-то слаканул, я не спорю. Я ж не говорю, что я не заслакал. Я хотел сказать, что я просто хотел прилететь и... А вот тут пух на топады. Включались сильные. Подожди, да. То я бегаю с ружьем на вар. Кротик. Повар, что ты лежишь? Листат это что это? Но мы можем с тобой договориться. Договориться можем. Да я просто так сыграю. Мне он не нужен. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы... Ну, короче, это, монашка, с тебя, не знаю, тарелка борща. Короче, я в другом канале посижу. Привет. Музыку послушаю. Мы назвали его Дранош. Наорочим это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Да. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Окей. Okay. Умер бы я или выжил. Мой сын остался бы цел и чист. Че это, блядь, за пиздоболище? Фрешблад. Что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Центри, ребята, как все стали, как, блядь? Thank you.
Я уже вызвал. Кто у тебя? Куда вы чернули, блядь? Тебя как под... Нет. Рядом с матерью и предками. Клинок. Были, кто-то Вальку уже тут. Я, пацаны, в Барнауле такая гроза дикая, прям тучи черные, небо. Вообще жестко. Автомобильная духота нереальная. Потому что бой. Вальку-то мы убили, но бой не спадает, вот в чем херня.
забыл рассказать паладину о том, что надо не бегать по газу. А что, эти всякую тряпку носили, да? Потом, я который из стен. Десятку, говорю, вчера проносили. Я просто вчера начал ходить в 4 по Москве, и сервер упал что-то до 5, а дальше я уснул. Блять, у меня свет моргает, слышите, чё? Вообще жестко. Это плохо. Буря прям. Но я хуй знает. Нихуя тут молния, братцы! Ебать, я стану флешем. Или ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Нет, тут в натуре жестко прям. Давайте, короче, это, блять, я на телефон могу снять и куда-то кинуть вам. Блять, сейчас. Забирает босса. Все, все, брат. Сказано, сделано. Я не вижу тебя просто в лиге. А в рейде выделить, нажать на скилл. Поверишь, мне не будет. Уловите приход. Да. Могу тебе делать.
питье, но стола нет. С лаком зелемана есть. Тут не надо раньше. Каска 4 минуты. Там 4 минуты еще. Крыл там рыб. А, ладно. Ой, там его... лок хочет в этот. Его током ударил. Лок вар кто-нибудь. Да нафига вам на. Шаман зарогатил, короче. Зарогатил, чё шаман, где герка? Это его большой удар. Да послежи ты уже. Давай не будем тратить. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Слав, у тебя какая-то грязь, что антитактика какая-то. У тебя антитактика. Не надо.
прости, народ. Гниломорт сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе! Вообще тот, что тебе с ловкостью отдали, он тоже хорош, смотря под что затачиваешь. Мне кажется, он лучше даже, тот, что у него уже есть. Да, походу, да, не испепелило. Смотри, а если у нее в этой святой виде квест не взял, вот эта, ну, не взяла святая страна, да? Она ее не видит, просто не может научить, так? Может взять. Там? Нет, он забрал, я уже не начал арить. Ничего у меня не закончилось. У меня еще 2D. ПНПП.
Тухлопус, ты всегда был моим любимчиком, как и Гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его чувствую. Ну да, кстати, Теодрик 5.8 перекиливает, ебануться. 5.8. У него 5.8. Ты что, не видишь его? 5.8 ГС дрит. Глянь на него шмот. Ухани. Ну, кстати, да. Поставьте шкафчик. Ну, на 200 тысяч. Ну, был бы... Еще чуточку по шмоту сделал бы тебя перехия. Да ладно. Она хоть столика, отдавай, ну кому ничего не нужно, отдавай ей. Сейчас, секунду, я отойду, надо закинуться. Слышал, Войт? Я отойду на секунду. На минуту тогда. Сними меня просто еще раз. Сними меня до сих пор. На мне тоже бой висит. Мне тоже бой. Все, я тут. Сейчас, дай я хоть добегу. Подожди, я еще не закинулся, дай я пакет открываю, секунду. Да, ёп. Ну сейчас пулю, подожди. Ать? Да, я спулил.
уничтожит весь Азерот. Сейчас лужа появится. Поэтому слабо хилить. Точнее, поэтому дрейд тебя перехиливает. Я глазки. Или как он там? Он шинки.
Олег, слышишь, пойдешь с нами? У нас один опыт. Олег, ты тут? Ой, ты знаешь гильдию, может кто пойдет, ивент не зайдет, наверное. Прям хоть и по иначисне. Можно и в два. У меня час времени, товарищ.